Я тебя приветствую, мимо проходящий зритель и подписчик моего канала, с тобой Айс Карвер, и мы продолжаем проходить Resident Evil 7 Biohazard, не герой. В прошлой серии мы с вами почти догнали Лукаса, и он убежал, сволочь. Так, F, читалка. Покупатель данных по серии E. Есть, приготовиться к передаче данных. Найс. Почему я не могу переключить? Инвентарь открыть не могу. Вы открыли это. Короче, я не могу оружие переключить, чтобы ты понимал. Ладно, побегаю с дробовиком, чё. Ну-ка, а, подожди. А пошли сходим, короче, до ящика. Проверим одну мою теорию. Или здесь в априори ящика нету? Вот он есть. Почему я не могу поменять оружие? Ну-ка, подожди. Может, из-за того, что у меня загрузка идет? Ну ладно, пошли. Разберемся что-нибудь, как-нибудь. Я даже менюшку открыть не могу. Ну ладно, бежим просто. Просто бежим, короче, за Лукасом. Так. Фотки. Куда мне бежать-то вообще? Мне, скорее всего, за ним надо бежать, это по-любому. У меня, походу, игра сломался. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Угу. Я понял. Ну-ка, подожди, а может сейф меня вылечит? Даже сейф не открывается. Так, короче, это не дело. Не переключайся, я сейчас быстренько перезайду в игру. Так, короче, я в игру перезашел. Теперь все работает. Так, это мы в прошлой серии читали. Так, дай мне гранату. Блин, я думаю, мне граната пригодится. Увы, пришлось ее потратить. Так, есть ли у меня... У меня есть зажигательные гранаты, кстати. Так. Есть что-нибудь, нет? Угу, патроны для дробовика. Значит, будем преимущественно использовать дробовичок. Ох, не нравится мне это место. Мы перехватили твои сообщения. И мы знаем, что ты сливаешь информацию. Это не твое собачье дело, Крис. Многих людей интересует наша маленькая Иви. Очень многих. Твои друзья из соединения в курсе? Вряд ли они простят тебя за это. Это мои проблемы. Предоставь их мне. У тебя и так забот не в проворот. Сколько же в меня, блин, влазит? Опа, здорово. Не могу. Я не могу поверить. Поверь, все кончено. Нет. Нифига. Лукас, заткнись и смирись с этим. Тебе только это нужно. О боже. О, так вот что при этом чувствует. У нас тут проблема. Заражение достигло критического уровня. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. А я вот что скажу. Тебе. Спасибо. Действуй с осторожностью. С особой осторожностью. А, это что-то новенькое. Можно подумать, я тут прогуливался. А что за затемнение? Что происходит? Зачем это надо было? Это типа сэкономить, что ли? Пришел прийти сюда.
и все испортить, да? Братан, лови. Я тебя немножко пожарю. Что-то мне это не нравится, если честно. По мордасам, по мордасам. Слышишь, ты не матерись, алло, ты чё, гад? Принял? Сволочь. Я тебя сейчас цензурировать буду. На тебя, на тебя. По мордасам получил, хорошо. Так, ты чё? Пумбда. О, а может тебя пумбдом шмальнуть? Давай долбанем пумбдом. Воу-воу-воу-воу, тихо. Здорово. По мордасам. Моя голова. А вот теперь пумбд. Пумбд, заряжай. Террор. Уровень спорта шкаливает. Убей эту тварь, пока кислород не кончится. Спасибо за совет. Так. Кислородная станция готова. Ага. А где эта кислородная станция, блин? Ай, ай. Чё? Вон сердечко, надо ему отбить сердечко. Так, мансуем тихо. Так, 55%. А, вот она, кислородная станция, я понял. Кислород заканчивается. Нормально, Крис, держимся, живем. Так, кислород, кислород. Запас исчерпан. Дождитесь пополнения. Тихо, 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 тихо. Блин, я не знаю, ну давай еще два раза шмальнем из пумбдом. И уже будем это. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Где там? На тебе. На тебе. Угу. Полклер, хорошо. А, это все? Ты что, сдох, что ли? Игра окончена. Нормально. Наконец-то. Не то слово. Крис, передача данных почти завершена. Как ее остановить? Тебе надо как-то выключить сервер. По идее, там есть трансформаторы, их можно... Ладно, и так сойдет. Наши компьютерщики разозлятся, но... Какая досада. Доложи обстановку. Объект зачищен. Нейтрализованы даже новые виды монстров. Значит, мне пора. Да, нам пора уходить. Это получается, я мог еще закончить в прошлой серии, да? Понимаю. Стена по периметру продолжает работать. Отлично. Мы хорошо сработали. К сожалению, погибли люди. Но плесень не попадет наружу. Надеюсь, это были последние жертвы Иви. Надеешься? Крис, тут тебе звонят. Возвращайся на базу. Ладно. Уже в пути. Походу, Крис, они нифигово так стероидами, короче, накачали. Ну да, я так понимаю, это все, это конец. Да. Что-то у меня финальная серия по Resident Evil очень короткая получилась. Ну, честно говоря, что-то как-то, блин, ну, такое. Не герой, что-то DLC-шка, ну, что-то как-то так. Мы ее на легком уровне просто пробежали, ну, чтобы так, не особо заморачиваться, быстренько это пробежать и все. Час игры. Сложность профессиональная, прикольно, спасибо. Ну, в принципе, вот и все. Получается, вот такая вот коротенькая серия, ребят, получается. Ну, что поделаешь.
Ну, теперь Resident Evil 7 пока что можно считать полностью пройденной и добавить в копилку наших пройденных игр, пока не появится DLC-ха. Там это... За Зою. Как она там? Зойкина, короче. А, End of Zoe, конец Зои. Ну а поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Ну и до новых встреч в Resident Evil. И не только. Пока-пока.